В этом экспресс-обзоре мы познакомимся с классическим учебным микроскопом Левенгук 5S. Красавец микроскоп – массивный металлический штатив. Как следствие, надежность, устойчивость, отсутствие каких-либо люфтов в движущихся частях. Модель оснащена тремя ахроматическими объективами. Это дает возможность наблюдать картинку высокого качества, практически лишенную хроматической аберрации. 40-кратный объектив имеет специальную подпружиненную оправу, что предотвращает случайное повреждение микропрепарата, а в некоторых случаях и самого объектива. В комплект поставки входят два окуляра кратностью 10 и 12,5. В комбинации с тремя объективами получаем 6 ступеней увеличения от 40 до 500 крат. Этого достаточно для решения большинства учебных задач. Настройка резкости осуществляется перемещением тубуса микроскопа. Кроме грубой настройки, предусмотрен механизм тонкой настройки резкости. Это оцените при работе на большом увеличении. Наклоном штатива относительно подковообразного основания можно выбрать удобное для работы положение окуляра. Заметим, что основание достаточно массивное, и микроскоп не теряет устойчивости при любом допустимом наклоне. Исследуемый препарат фиксируется на предметном столике при помощи специальных лапок. Механизма плавного перемещения не предусмотрено. Подсветка препарата осуществляется при помощи плоско вогнутого зеркальца, расположенного под предметным столиком. Снизу под столиком расположено колесо диафрагм для регулировки яркости подсветки. Для оценки возможностей микроскопа предлагаем посмотреть несколько фото, полученных через этот микроскоп. Как видно, картинка достаточно качественная, красочная и контрастная. Заметим, что глазом все это выглядит более резко. Общий вывод. Хороший, добротно сделанный микроскоп. Его можно уверенно рекомендовать в качестве учебного микроскопа для домашней лаборатории школьника, в качестве учебного микроскопа для школьного кабинета биологии, а также для других несложных исследований.